Доброго времени суток, зовут меня Максим, и вот делаю видеоролик, потому что многие задают мне в скайпе вопросы, как пользоваться сайтом, как пользоваться системой, просто многие люди еще недопонимают. И давайте сейчас просто в этом видеоролике я вам объясню. Вот. Давайте представим такую ситуацию, да, то есть я вот сейчас на данный момент просто обычный человек и ищу заработок в интернете. То есть вот время 3 часа ночи, да, а я вот хочу, пытаюсь найти хороший заработок в интернете, вот, ищу в поисковике, да, набираю тут заработок, там, ну, рассматриваю всякие приложения, как все обычные люди это делают. Вот для этого и нужен сайт, понимаете, чтобы человек попал на ваш сайт. То есть, как это сделать, да, потому что многие знают, что сайтов в интернете очень полно. Но, чтобы этот сайт стал популярным, вот для этого вы и будете проходить обучение, шаг за шагом, каждый ролик, то есть, как сделать так, чтобы люди сами попадали на ваш сайт. Это вы все пройдете в обучающих уроках, кто уже оплатил $10. Ладно, давайте сейчас покажу саму систему, как это все будет наглядно выглядеть. Допустим, вот я попал на этот сайт. Да, то есть, все, я посмотрел ролик за компанию. Знаете ли вы? Да, то есть... Начинаю дальше просматривать информацию. Тут я увидел ролик, как можно зарабатывать на продажах, да, на этих платформах, там, на этих eBay, Amazon, интернет-магазинах. Естественно, я загорелся, да, то есть я понимаю, блин, это классно, это же выгодно, то есть купил по дешевой цене, продал дороже, на этом заработал. Даже у меня есть вариант попробовать, да, купить рюкзак за $10, теперь продай рюкзак за $15, вы заработали $5. Круто. Естественно, я посмотрел ролик о самой компании, посмотрел все эти разделы, да, там конференции, то есть, естественно, я посмотрю отзывы. Здесь автоматически сразу включается ролик, где, ну, не ролик, а целый фильм даже, где люди рассказывают, что уже давно перешли на заработок в интернете, да, а я вот до сих пор тут все думаю, обман это, не обман, а оказывается, люди-то давно уже зарабатывают хорошие деньги. Дальше я посмотрел Infini руководство. То есть я уже вижу ролик, да, то есть как люди уже тут зарабатывают хорошие деньги. Руководство, я вижу, ни от кого не прячется, выставили свои фотографии на сайте. Все, я уже загорелся, ребята, уже вот время 3 часа ночи, я знаю, что я до утра теперь не усну. Понимаете, потому что я уже горю, я хочу зарабатывать в этом бизнесе. Это же суперское предложение. И что у меня? У меня два варианта, друзья. То есть, либо добавить Светлану, да, то есть, и спросить у нее, как, что мне надо сделать, какие у меня первые шаги. То есть, либо пройти самому регистрацию. Естественно, да, как бы, ну, как бы я сделал? Я бы добавил Светлану и спросил бы у нее, сколько она тут зарабатывает, как она тут зарабатывает, да. Вот я добавил ее скайп и вижу, что Светлана, естественно, спит. Время-то 3 часа ночи. Да, то есть я понимаю, что Светлана-то уже спит, то есть и в соцсетях ее, естественно, уже нету. Да, то есть она не находится сейчас, время позднее. Что я буду делать? Естественно, я буду сам, ну, мне-то не спится, я хочу зарабатывать уже. Естественно, я сам пойду проходить регистрацию. Я нажимаю регистрацию, да? То есть, и мне тут снова видеообращение. И мне тут говорят, что я на правильном пути, что я буду зарабатывать
очень хорошие деньги на электронной коммерции, что я этому обучусь, и у меня еще больше загорелось желание, и я уже все, весь на эмоциях. И мне в конце ролика говорят, пройдите регистрацию. То есть, естественно, я пройду регистрацию, куда я денусь. Я вписываю свое имя. Тут даже можно писать по-русски имя. Система разрешает. Пишу свое имя, вставляю сюда свою почту и нажимаю «Получить доступ». Все, я перехожу. Я-то не знаю, что это система, правильно? Так, каждый человек подумает. Он-то думает, что он уже регистрируется в компанию Infinii. То есть, конечно, он тут придумает пароль себе посложнее, чтобы никто не зашел в его аккаунт, и пройдет дальше. То есть, смотрите, вот здесь, видите, стоит моя фотография, потому что я перед этим уже заходил сюда и заливал эту фотографию, объяснял партнерам, как эта система работает и для чего она нужна. Теперь я вот делаю вот этот видеоролик. Так что, друзья, вот давайте дальше. Наша легенда, да, то есть вот я дальше зашел. Все, естественно, я не могу не нажать ни одну кнопочку. То есть я не могу получить информацию, куда не тыкнул. А мне здесь красным написано обязательные поля. То есть я уже понимаю, что мне надо заполнить вот эти поля. Только тогда меня уже пропустят. То есть я вот заполнил поля, для чего это делается? Вот мне говорили, у меня был такой вопрос, а что нельзя просто, да, вот на сайте вот сюда поставить кнопку регистрацию сразу в компанию? Можно. Но сразу скажу вам, знаете какой минус? Человек пройдет на регистрацию в компанию, потыкается, зарегистрироваться не сможет. И в результате пойдет спать. Все, разочаруется, обидится на всех и пойдет спать. И ни контактов он не оставил. И вы уже его не сможете найти. То есть, да, а человек-то был на эмоциях, он хотел, но у него не получилось просто пройти регистрацию. Вот для этого и создана система. То есть человек уже вам дополнительно добавляет сюда контакты. И нажимает «Сохранить». Все, эти контакты уже у вас. То есть он уже ваш партнер. Вам только остается, вы уже можете не переживать. Да, утром проснулись, зашли к себе в кабинет, а он уже вот вам контакты. Добавили его, пообщались, показали, как зарегистрироваться, и вот он уже ваш партнер. То есть вот для этого и нужна система. То есть также вот обратите внимание, постоянно открывается окошко. То есть ваш рекомендатель, что вот, то есть он уже никуда не денется, он по-любому с вами свяжется, там нажмет ВКонтакт, перейдет ВКонтакт, то есть напишет вам сообщение. То есть уже все продумано до мелочей. То есть также он посмотрит все разделы. То есть даже посмотря вот этот ролик, он уже поймет, что ему лучше, конечно, да, то есть связаться со своим рекомендателем. Но если ему уже вообще не втерпешь, и он хочет зарегистрироваться, да, то вот есть такая кнопка «Пройти регистрацию» вот здесь. Это будет для него, для нового участника, который зарегистрировался. И вот он проходит регистрацию. Вот смотрите, что у нас получается. Вот он этот логин. Чей это логин? Это логин вот этой Светланы. То есть видите, какой он путь прошел. И дошел вот до сюда. То есть получилось так, что он и данные свои оставил. Да? И может он сможет и сам зарегистрируется в вашу систему. То есть вот для этого и нужна сама система. То есть она будет проделывать ту работу, когда вас нету, допустим, в интернете, вы там куда-то уехали,
Да, вечером приехали, а уже система половина дела сделала. Вам только остается каждый день, то есть заходить в эту, ну, вообще, я как бы советую отсюда и не выходить. Пусть, как вот вы были в интернете, все, зашли сразу же. Можете тут заниматься в этих вкладках, да, своими делами. А эта вкладочка пусть будет у вас всегда открыта. Вы просто пошли там, допустим, в Одноклассниках. Дали там рассылочку, сделали, да, потом вечером зашли, нажали на команду. И вот у вас уже здесь будут отображаться те люди, которые оставили вот эти вот свои данные. То есть, друзья, это супер просто. Ну, я уже работал по этой системе, и кто, ну, кто знает, да, кто правильно будет по ней двигаться, у вас будет очень много партнеров. Только надо все правильно, поэтапно вот это вот обучение проходить. И также передавать другим своим партнерам, да, то есть, чтобы уже было гораздо легче. Вот это вот дубликация называется, когда люди передают другим людям, то есть, и тогда, естественно, и бизнес получается у всех, и все у всех получается. То есть не надо переживать. Смотрите, я буду выкладывать обучающие ролики, буду вам подробно показывать, как распиарить, да, раскрутить этот сайт. То есть будет очень много полезной информации, которую вы получите. Вот поверьте мне, за эту информацию я сам тоже отдавал немалые деньги, чтобы научиться в интернете всему этому. То есть я считаю, что 10 долларов это не такие уж большие деньги за такие знания. Это вам пригодится. На этом я закончу этот видеоролик, потому что мне уже пора идти спать. Уже 4 часа. Все, я сайты всем сделал. Завтра опять будет много заказов, я знаю. Ну, вы на правильном пути. До новых встреч.